Творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли. Ресторан красоты La Cafe de Beauty. С вами я, Татьяна Салмановна Мактум. Такие немножко хозяйственные вопросы по дому, по квартире. Так что сейчас я загружаю мои видео. Также мои эти видео загружаю на мои каналы YouTube, на мою страницу ВКонтакте. На один канал YouTube я уже загрузила, на страницу ВКонтакте тоже загрузила. Вот. Ну, сейчас нужно, наверное, мусор вынести. Вот, у меня там есть стеклянные такие эти баночки из-под кофе. Из-под кофе нужно туда положить. Баночка из-под кофе, из-под этой икры. Так что придется мусорный пакет на улицу. Придется вынести на улицу. Сейчас Татьяна Салмана переоденется. Так что вот. Вот видео здесь загружается. Как-то быстренько. Там 700 этих, 600 этих байтов, килобайтов. Пишет, что 10 минут. Как-то процесс. Так это, в общем, как-то так вот. Оргазмическая звезда. Так вообще буду, конечно, готовить весь обед. Буду жарить кабачочки. Ну, мусор вынесу, мусор нужно вынести. Так буду жарить кабачочки. Делать салат. Жарить кабачочки, делать салат. Так что вот. Еще нужно сейчас чашечку помыть, еще водички чистые. Водички чистые. Очень полезно такую водичку. Конечно, нужно лучше покупать такую супер хорошую какую-нибудь витель. Конечно, на воде не надо экономить, нужно пить чистую воду, чистую водичку из бутылочки небольшими глоточками в течение дня. Это очень полезно. Так что вот. А так у меня очень много хозяйственных вопросов по моей квартире. В общем, раковину мне нужно прочищать, когда я сейчас прочистил. Полы мыть, пыль протирать, порядок наводить. Постельное белье я уже постирала, оно уже даже высохло. Так что вот, мусор вынести, полы помыть. В общем, порядок, генеральная уборка. Так что вот, нужно заняться генеральной уборкой. Тут Татьяна Салмановна как генеральная уборка, так Татьяна Салмановна... певицы. Песня. Кстати, да, сейчас вот это вот, какую-то песню. Дима мне очень много песен прислала, позитивных. Буду учиться петь. Хочу быть певицей. Стесняюсь. Что-нибудь такое эротическое сказать, не стесняюсь. Опять стесняюсь, я даже не знаю, нужно как-то начинать. Татьяна Салмановна, нужно как-то просто взять и начать петь. Взять и начать петь. И считать, что я уже... хорошо, великолепно пою. Так что вот. Видео загружается. Сейчас я переоденусь, надену что-нибудь другое. Сейчас Татьяна Салмановна переоденется. Ох, и такая красотка. Ох, да, это красотки Малибу.
Романовна, я одела брючки, такие спортивные брючки надела. Ну, платье, это было платье, сейчас одела такие брючки. Так что вот, сейчас одену кроссовочки. Ключики взяла, квартиру я закрою. Так что вот. Обратите внимание, мусорный пакет, где еще были какие-то штуки там. Из-под кофе была еще у меня эта штука, из-под кофе выкинуть, пустая. Где она была? Где у меня была еще пустая штука из-под кофе? Чтобы несколько раз не ходить. Вот это вот. Где она тут была? Еще не понимаю, куда я поставила. А, вот она поставила, из-под кофе, еще из-под кофе. Обратите внимание, такие вот эти стекляшки я в мусоропровод не кидаю. Если там что-то такое, знаете, эти банки, ну, то из-под икры, в общем, вот это, я кладу в пакет, вот, и уже выношу мусорный пакет, ну, в помойку на улицу. Так что вот, сейчас на лифте, на первый этаж, туда, на улицу, так что вот. Я вынесла, сейчас переодену кроссовочки, ручки помою и к вам приду. Так что вот.
от ручки я вымыла. Что, здесь видео уже загрузилось? Еще не загрузилось? Ну что, дорогие друзья, сейчас я отнесу туда эту штучку. Такую штучку отнесу туда. Четыре минутки. Крупным планом себя показываю. Сейчас я здесь одежду сложу с трона. Я разбираю одежду. Одежду с трона сложу сюда, на кровать. Ох, это моя одежда. Ох, это красота. Ох, это моя одежда. Ох, красота. Дорогие друзья, моя творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли. С вами я, Татьяна Салмановна Мактум Сайфудин. Такие немножко хозяйственные вопросы. Ах, ноготь сломался. Ах, Ио, ах, мы никуда не едем. Ох, это одна за всех ноготь. Ах, этот маникюр, ноготь сломался. Ах. Дорогая, ты не расстраивайся. Не надо расстраиваться. Дорогая, не надо расстраиваться. Ах, ио. Ну что, мусор я вынесла. На улицу. Там, кстати, замочек, там новая дверь стоит на парадной у нас, а пока без замка, она открывается так, там пока новый замок не поставили. В
кажется, мы, наверное, должны были этот оставить, который был. Она так открывается, дверь. Так что... На парадной висит объявление, что сегодня, 12 августа, силами управляющей компании подвальные помещения будут обработаны от блох. Так что вот, имейте это в виду. Ну что, почитаем главы, я же вам там анонсировала, хотела их опубликовать, и потом думаю, так я же их читаю на моих видео. Я автор книги «Тайная психология денег. Секреты богатства и процветания». Была Александровой Татьяной Юрьевной. Официально поменяла мое имя, отчество, фамилию на Татьяну Салмановну Мактум Сайфовну. Так что, а мне еще, знаете, хозяйственные вопросы. Конечно, знаете, нужно полы, понимаете, балкон мыть. А, в общем, полы мыть, пыль стирать. И все-таки хозяйственным вопросом, конечно, с вами как-то пошептаться. Обед мне сейчас нужно салат готовить, кабачки жарить. Так что вот. Хотелось бы, конечно, начинать все это заказать в лучших ресторанах, чтобы все это привезли, здесь, чтобы все уже было убрано. Вот. Но тут еще дня на два. Ну, в таком там, если не очень сильно вот это напрягаться, тут еще дня два, наверное, убираться нужно с такими перерывами. Татьяна Салмановна не любит, знаете, вот это вот, вот напрягаться сильно вот это вот. Одну комнату помыть, там, вот это, потому что всю мебель передвигать мне нужно. Так что вот. Ну, та, которую я смогу передвинуть, я передвигаю, потому что у меня такой эксклюзив, знаете, такой дома эксклюзив, чтобы помыть хорошо полы, с чем нужно за одном месте полы. Я уже это объясняла. Так что вот такие вот дела. Ай, в магазинчик нужно идти. А погода какая шикарная, совершенно шикарная погодка. Совершенно шикарная погодка на улице. Ах, эти девчонки мои, любовь. Так что смотрите, два мои канала Ютуба, Татьяна Салмановна Мактум Сайфу, это на русском языке, и Татьяна Салмановна на английском языке, я говорю на английском, но как в моем паспорте, не совсем на английском, потому что у меня в паспорте написано Татьяна Салмановна, ну это как переводится как бы на английском, а вот Мактума, я, кстати, опубликовала, как это точно пишется, моя страница, мой канал второй на Ютубе, на моей странице ВКонтакте. И сколько у меня там подписчиков, по-моему, 244 человека, 244 или сколько там, сколько у меня видео, потому что на двух моих каналах Ютуба около 7000 видео. На каждом видео я. Так что сейчас я это видео останавливаю. А, сейчас я вам еще покажу around, look around. Вот, и сейчас я сразу загружу, будете просто как стрим, если у меня сейчас сразу на флешку, потом сразу на компьютер, через пару минуточек, вот это вот, пожалуйста, вам и стримы. Какие стримы? Почти в прямом эфире. Вот, это видео на 19 минут. С вами я, Татьяна Салмановна Мактум Сайфовна.